новостям спорта. Рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям объявила об отмене дисквалификации Футбольной Федерации Боснии и Герцеговины, информирует UEFA.com. Федерация выполнила необходимые для аннулирования дисквалификации условия, утвердив новый устав на Генеральной Ассамблее в Сараево 26 мая. Соответствующее подтверждение было получено от Генерального секретаря Федерации. Поскольку Босния и Герцеговина привели свой устав в соответствии с требованиями ФИФА и УЕФА, оснований для дисквалификации больше нет. Согласно действующему уставу УЕФА, глава Европейского футбольного союза Мишель Платини призвал рабочую группу по чрезвычайным ситуациям аннулировать дисквалификацию Боснийской Федерации. Соответствующее решение с немедленным вступлением в силу рабочая группа приняла на заседании в Лондоне 28 мая. Кроме того, на встрече в Цюрихе исполнительный комитет ФИФА также принял решение о возвращении Боснии и Герцеговины в состав организации. Следовательно, команды из Боснии и Герцеговины с этого момента могут свободно участвовать в товарищеских и официальных матчах на уровне клубов и сборной. В частности, продолжить свое выступление в отборочном турнире Евро-2012, где сборная этой страны занимает четвертое место в группе D.